Здравствуйте. Спортивные и футбольные каналы НТВ Плюс продолжают рассказ о Кубке Америки. Сегодня заканчиваются матчи группового турнира в группе Б, и заключительная встреча только что началась. Встреча между сборными Аргентины и Уругвая, двумя странами, которые по 14 раз выигрывали Кубок Америки и являются самыми титулованными сборными на континенте. Сегодняшний поединок, возможно, не столько важен с точки зрения турнирной борьбы, поскольку уже и те, и другие вышли в четвертьфинал. Важен он с точки зрения принципиального соперничества между ними, которое продолжается уже более 100 лет, и с точки зрения, может быть, психологического состояния той и другой команды. И у уругвайцев в этом году были проблемы серьезные, кризис очевидный сборная испытывала. У Аргентины сейчас не очень хорошая ситуация, поскольку команда потерпела поражение в предыдущем матче. Поражение от сборной Мексики, а ведь Аргентина приехала сюда в статусе одного из фаворитов. То, что борьба будет напряженной в этом поединке, можно не сомневаться. Первый угловой у ворот аргентинцев не в очень привычных цветах. Сегодня и те, и другие вышли на матч. Я не знаю, кто выбирал форму сегодня, но и у тех, и у других форма вторая. У уругвайцев, как мы видим, красные футболки, белые трусы, белые гетры, а у Аргентины форма темно-синего цвета. Андрес Д'Алессандро позволил мячу уйти за пределы поля и аут. Сейчас вбросил Клементе Родригес. Он впервые появился в стартовом составе аргентинской команды. И похоже, что нет в нем Хуана Пабло Сурина, у которого небольшая травма. Правда, из лагеря аргентинской сборной сообщалось, что травма это не помешает ему сыграть против команды Уругвая. Есть и у уругвайской сборной потери. Ну, я не имею в виду те потери, которые вообще сборная понесла перед этим турниром. Мы знаем, что несколько футболистов, выступающих в европейских клубах, не приехали на турнир. Это и Рикоба, и Пабло Гарсия, и Хавьер Чевантон, и некоторые другие. Ну и, кроме всего прочего, травмы у Монтеро и у Кристиана Родригеса. Пауло Монтеро, капитан уругвайской сборной, покинул поле уже в первом тайме матча с Эквадором. Ну, правда, надеются уругвайцы, что поправится он к матчам плей-офф. Ну и точно так же из-за травмы ту встречу Кристиан Родригес, полузащитник, не доиграл. Ну, а что касается остальных, то все в строю и все, что самое главное, в составе, в отличие от мексиканцев, которые сегодня позволили нескольким ведущим футболистам отдохнуть просто в канун игр уже второго этапа турнира, в канун четвертьфиналов. Ни Марсело Бьельса, тренер аргентинской сборной, ни Хорхе Фассетти, тренер уругвайцев, ничего подобного с составами своих команд не делали. Ну вот первое предупреждение в сегодняшнем поединке. Предупреждение, которое выносит главный арбитр сегодняшнего поединка, перуанец, чилиец, прошу прощения, Рубен Сельман. Давайте еще раз посмотрим. Вот так очень жестко встретил Джо Бисера своего оппонента в центральной зоне, и желтая карточка, которых, я думаю, честно сказать, сегодня будет много. Надо, наверное, напомнить турнирное положение. Мексиканцы уже завершили
свои выступления в групповом турнире, набрав 7 очков, они занимают первое место. Буквально несколько минут назад завершилась встреча между командами Мексики и Эквадора. 2-1 мексиканцы победили, и в результате очень удачно они, можно сказать, провели турнир. В группе в худшем случае второе место займут. 4 очка перед последним матчем у Уругвая, 3 у Аргентины. И сборная Эквадора, не имея очков, закончила свое выступление на этом Кубке Америки. В четвертьфинал она не попала. Наверное, еще должны держать в уме тренеры и игроки сетку турнирную, плей-офф, кому с кем играть в четвертьфиналах, но на самом деле окончательный, если можно так сказать, выбор соперниками останется все же, выбор соперников останется за командами группы С, потому что завтра играют Бразилия с Парагваем, от исхода этого матча зависит, кто будет первым, кто вторым в группе С. Мало того, Парагвай может даже и не второе место занять, а третье, если проиграет, а команда Чили выиграет у сборной Коста-Рики. Но какие-то ориентировочные прикидки можно делать уже сейчас. Я думаю, что и для уругвайцев, и для аргентинцев оптимальным вариантом было бы занять второе место вот здесь, в группе. Это позволит избежать до финала встречи с Бразилией в плей-офф. Ну, а в четвертьфинале дает соперники хозяев турнира, перуанцев. Против хозяев, конечно, не всегда играть приятно, но все же сборная Перу — это тот соперник, с которым и уругвайцы, и аргентинцы должны по большому счету справляться, даже на его поле. Первые минуты, ну и в общем довольно неожиданно преимущество уругвайской команды, и потрясающий гол сейчас забивает Хуан Мартин Пароди. Сборная Уругвая выходит вперед 1-0. Ну, дали, конечно, ему пробить из пределов штрафной. Здесь нельзя ни в коей мере похвалить защитников и даже, наверное, полузащитников сборной Аргентины. Но удар у Пароди получился просто шикарный и без шансов для голкипера. Ну, может быть, не очень здорово это видно вот с этой точки. Абундансьери перемещался, но что он мог сделать? Мяч летит в девятку, причем как бы опускаясь уже в ворота. А я прошу прощения, это не Пароди бил, это 13-й номер Фабьян Эстуянов. Ну, в заявочном списке он обозначен как полузащитник. Из клуба «Феникс», но Эстуянов вообще игрок атакующего амплуа и в своем клубе чаще все-таки действует на позиции форварда. Ну и вот этот удар. Эстуянов, кстати, впервые в этом турнире появился в составе сборной Уругвая. Так что все-таки мы видим, какие-то перестановки есть. Вот такое начало. В общем, нельзя, наверное, сказать, что не по игре гол. Уругвайцы действительно владели инициативой в первые минуты. Ну и, кстати, продолжают ею владеть. Вот опять мы видим атаку уругвайской команды. Снова Эстуянов владеет мячом. Передача в штрафную. Здесь
Висенте Санчес. Игрок, который очень неплохо себя зарекомендовал в первых двух поединках. Это дебютант сборной. Вот и он, и выходивший на замену Алехандро Лаго очень неплохо выглядели в первых поединках. Ну и, наверное, представлю уже целиком составы, в которых команды играют. Что касается сборной Аргентины, то здесь, ну, я говорил, что вместо Сорина играет Клементо Родригес. И еще есть одна перестановка, скажем так, в составе. Заключается она в том, что вместо Хавьера Савьолы вышел на поле Лусиано Фигероа. Молодой игрок, игрок олимпийской сборной Аргентины из мексиканского клуба Крус-Асуль. Ну и стало быть, в воротах Роберто Абондансьери номер один. Два центральных защитника — это Габриэль Хайнце, шестой, и Роберто Айяло, второй номер, капитан команды. Справа играет Хавьер Санетти, восьмой. Слева, соответственно, Клементо Родригес, 14-й. В роли опорного полузащитника Хавьер Маскерано, номер 5. Перед ним Андрес Алессандро, 10-й. И 16-й Лучо Гонсалес. Ну и тройка атакующих игроков выглядит так. 18-й Кристиан Кили Гонсалес. 9-й Лусиано Фигероа и 19-й Сезар Дельгадо. Ну, Кили Гонсалес больше слева действует. Дельгадо справа, а Фигероа в роли центрального нападающего. Вот мы, кстати, видим, что это именно он так неудачно головой отбрасывал мяч. Отбивал мяч в своей штрафной. Мяч этот попал к Эстоянову, и тот уже нанес этот великолепный удар, который пока дает сборной Уругвая преимущество в счете. Состав Селесты, хотя сегодня она вовсе не Селеста, не небесно-голубые традиционно, а красные футболки уругвайских футболистов. Луис Барбат, вратарь. В обороне Дарио Родригес, третий номер, шестой Алехандро Лаго и второй Джо Бисера. Ну, Монтеро травмирован, Лаго вместо него. Следующая линия, 13-й номер Фабиано Стоянов, 16-й Хавьер Дельгадо, 17-й Карлос Диого, 5-й Марсело Соса и 15-й Диего Перес. Это все полузащитники. Ну, Соса в роли опорного хава, как обычно. Игрок, который полгода провел в московском «Спартаке». В предыдущем матче против Эквадора он был назван самым ценным игроком встречи. Ну, а роли остальных по ходу матча уже будем уточнять, потому что здесь вот есть как раз все-таки перестановки. Чуть-чуть поспешил я, сказав, что играют в основном все те, кто участвовали в предыдущих матчах. Нет, и Хорхе Фассатти, как и тренер мексиканцев Рикардо Ла Вольпе, все-таки решил немножко так передернуть состав, дать возможность поиграть и тем игрокам, которые до сих пор на скамье запасных находились. В нападении Диего Форлан, 21 номер, и Висенте Санчес, 22. Ну, появление Санчеса прогнозировалось в связи с травмой Кристиана Родригеса. Что касается Форлана, то похоже, что сегодня он в несколько другой роли, чем играл в первых двух поединках. Там он действовал позади дуэта форвардов. Ну, а сегодня вот решил его Фассатти использовать как чистого нападающего. Тренеров, соответственно, я представил уже. А судит встречу чилиец Рубен Сельман. И его помощники — это Кристиан Хулио, также чилиец, и Нельсон Кано из Парагвая.
Стоянов вел борьбу с Клементом Родригесом, защитник, который вроде бы подписал уже контракт с московским «Спартаком». Представитель московского клуба сейчас находится в Буэнос-Айресе, и осталось только задокументировать вот эту сделку с клубом «Бока Хуниорс», за который Клемент Родригес выступал до сих пор. Ну и, видимо, после Кубка Америки уже этот защитник отправится в Москву. Уйдет мяч за пределы поля. И Роберто Абундансьери выполнит удар от ворот. Абундансьери также голкипер Боти. Так же, как и Клемент Родригес представляет этот клуб. Есть еще один игрок Боти в составе сборной Аргентины, но он пока лишь на замену выходит у Бьельсы. Это Карлос Тевес, один из лучших на сегодня футболистов, выступающих в аргентинском чемпионате. Болельщиков из всех стран мы видели здесь на трибунах по ходу турнира. Это вполне естественно. Сегодня, кстати, матч принимает Пьюра, городок с почти полумиллионным населением на севере Перу. Здесь всего три игры турнира должны состояться. Вот два сегодняшних матча и один из четвертьфиналов. Стадион, который носит имя Мигеля Гауса, адмирала, одного из героев Тихоокеанской войны. Война, которую в конце 19 века перуанцы вели с чилийцами. Очень хорошее поле, кстати. Ну и трибуны практически полны. Вот по, наверное, той самой причине, что не совсем немного возможностей понаблюдать за играми Кубка Америки у жителей Пьюра. Ну а вот аргентинцы зарабатывают пенальти. Это Сезар Дельгадо справа вошел в штрафную соперника, пробросил мяч вдоль линии штрафной, смещаясь в центр, и Соса нарушил правила. Нет, не Соса, кстати, это был. Давайте посмотрим. И опять не очень хорошо мы видим на повторе, кто именно из уругвайских футболистов нарушил правила. Нам показали Сосу. Может быть, он получил карточку за разговоры с арбитром. Так или иначе, пенальти назначен. И вот уже у Аргентины прекрасная возможность счет сравнять. Кили Гонсалес бьет. Ай-яй-яй, дотягивается Барбат до этого мяча, угадал направление удара. Кили Гонсалес уже второй пенальти здесь на турнире забил. Напомню, что он открыл счет с 11-метрового в матче с Эквадором. Тогда пробил прямо по центру. Вратарь полетел там в угол и проиграл тем самым дуэль. Ну, а здесь вот все-таки бил на точность
Кристиан Гонсалес. Но при этом достаточно сильно, потому что мы видим, что достал Барбат этот мяч, но задел его только кончиками пальцев. Ну вот пока мы смотрели повтор, аргентинцы успели уже забить второй гол. И этот второй гол забивает Фигероа. Ну а как все это произошло? Осталось за кадром. У режиссера трансляции, будем надеяться на повторы, что удастся нам увидеть. Сначала до конца этот игровой эпизод. Фигероа, собственно, забивал уже в пустые ворота, когда были обыграны и вратарь, и защитники. Итак, смотрим. Вот удар. Следует скидка в центр, и совсем не лучшим образом здесь действовал Луис Барбат, вратарь уругвайской команды, который первым успел к мячу, но вместо того, чтобы забрать его, или, по крайней мере, как-то помешать нападающему соперников, позволил ему выйти с мячом уже к пустым воротам. Что ж, вот такое начало бурное. 2-1 в пользу сборной Аргентины, а сыграно чуть больше 15 минут в первом тайме. Ну, я говорил, что эти сборные по 14 раз выигрывали Кубок Америки. Все остальные рекорды турнира принадлежат тоже им. Аргентинцы имеют больше всех побед и больше всех набранных очков за всю историю участия в Копа Америка. У уругвайцев лучшая исторически разность забитых и пропущенных мячей. Уругвайцы, кроме того, рекордсмены по количеству участий в этом турнире. Это 39-й турнир для Селеста. Всего напомню, Кубок Америки разыгрывается в 41-й раз. Самый первый трофей, кстати, разыграли именно сборные Уругвая и Аргентины. Тогда, кстати, этот чемпионат еще не назывался Кубком Америки. В 1916 году Аргентина отмечала столетие своей независимости. И по этому случаю Министерство иностранных дел Аргентины пригласило для участия в футбольном турнире три национальные сборные – Уругвая, Бразилии и Чили. Ну и вот в том самом первом турнире, в решающем матче, играли как раз Аргентина с Уругваем. Кстати, не доиграли с первого раза. Матч был прерван из-за беспорядков на трибунах, переигрывался на следующий день и закончился в ничью 0-0. Ну и поскольку до этого уругвайцы очков не теряли, а Аргентина сыграла в ничью с Бразилией, то именно Уругвай стал первым чемпионом. Ну и турнир прижился, что называется, получил большой резонанс, и со следующего года уже был взят под патронаж континентальной футбольной конфедерации, кстати, в 1916 году только-только образованный, Конмебол. В Кубках Америки сборные Аргентины и Уругвая встречались между собой 28 раз. И всего лишь 3 ничьи их было вот в этих 28 играх. Абсолютно малый процент игр, завершившихся мирным исходом. Вот та самая первая, кстати, положила начало в 16 году, 0-0. Ну, а в последние годы, как правило, одна из команд побеждала. Популярными были счета 1-0 или 2-0. Но сегодня уже мы видим, что 3 забитых мяча. Кстати сказать, Аргентина, самое чувствительное поражение в своей истории, сборная Аргентины, самое крупное поражение потерпела именно от уругвайцев. 0-5. В свою очередь, у Уругвая исторически самое крупное поражение, 0-6, тоже от сборной Аргентины. Это, правда, уже совсем давно было, больше 100 лет тому назад, в 1902 году.
опыт. Уругвайцы, впрочем, были близки к тому, чтобы повторить, по крайней мере, этот антирекорд. В отборочном цикле чемпионата мира 0-5 они уступили колумбийцам. Но все же именно Аргентине принадлежит до сих пор честь вот такой разгромной, самой разгромной победы над национальной командой Уругвая. Соса с мячом слишком мягко сыграл, не довел мяч до партнера. Ну вот, сравняв счет, аргентинцы инициативу перехватили. Игра больше теперь идет на половине поля уругвайской сборной. Аяла первым у мяча. Я, кстати, капитана аргентинского вам представил, а у сборной Уругвая сегодня в роли капитана Дарио Родригес, защитник, поскольку травма у Монтеро, его нет в составе, вот, с капитанской повязкой левый защитник сборной Уругвая. Фасатти вообще в три защитника обычно играет. 3-4-1-2. Такая схема использовалась в первых поединках. Мы смотрим, как развивалась комбинация, приведшая ко второму голу. Сезар Дельгадо ее начал. Луис Гонсалес отправил мяч к линии вратарской. И там не смог Барбат помешать Лусяно Фигероа забить гол. 2-1. Аргентина впереди. И половина первого тайма позади. 24-я минута. Д'Алессандро вошел в штрафную, но уперся просто в такую стену из трех игроков обороны уругвайской команды. Мяч в результате потерял. Грубая игра, конечно же, еще одна желтая карточка. По-моему, это Карлос Диого. Да, он сфалил против Кили Гонсалеса. Диого — игрок Пиньероля. 83-го года рождения. Похоже, что травма у Кили Гонсалеса. Главное, что не было здесь никакой необходимости играть вот столь грубо. Д'Алессандро высказывает претензии арбитру, как же допускает он. Возможность такой игры, возможность нанесения травмы кому-то из футболистов.
говорили мы с самого начала о принципиальности вот этого соперничества Аргентина-Уругвай. Кстати сказать, на Кубках Америки пока минимальное преимущество в очных встречах на стороне уругвайцев. У них 13 побед против 12 у сборной Аргентины. Правда, при этом разность мячей лучше у аргентинской сборной. 36-33 было до этого матча, но вот теперь уже стало быть 38-34 на данный момент. А там еще одно столкновение было, тоже достаточно жесткое. И теперь Хавьер Санетти на газоне. Там его встречал Лаго. Не пускал по бровке. И Санетти с трудом поднимается с газона. Но вот, правда, все в порядке вроде и с Кристианом Гонсалесом. Очередной раз Кили Гонсалеса жестко встречают. И теперь Соса бедро подставил. И штрафной с левого фланга атаки аргентинцы пробьют. Для Марсело Бьельса сегодняшний матч вообще очень важен. Вовсю ходят слухи о его скорой отставке. Очень опасная ситуация, но успевает Соса помешать нанести удар по воротам, угловой будет. Недовольны Бьельса и в Аргентине. Ну, в общем, не очень довольны им, я думаю, еще с чемпионата мира последнего, где Аргентина из группы не вышла, имея звездный состав. Но слишком мало тактических вариантов ведения игры. И вот в поединке со сборной Мексики, который состоялся 3 дня назад, в очередной раз проявилось такое бессилие команды в ситуациях, где обязательно нужно забивать, где нужно отыгрываться. Вот сегодня, правда, аргентинцы почти сразу смогли отквитать пропущенный гол, а потом даже вперед выйти. Ну, а возвращаясь к Бьельсе, еще, может быть, потому сейчас так активны вот те самые обсуждения вариантов отставки, что несколько дней назад, буквально накануне Кубка Америки, ушел Карлос Бьянки из своего клуба Бока Хуниорс, с которым он триумфально несколько сезонов провел, выиграв 4 чемпионата Аргентины, 3 Кубка Либертадорес. Межконтинентальный кубок. Так, ну что здесь теперь происходит? Красную карточку сейчас получит Джо Бисера. Да. И вот за что. Пока там лежал на траве Соса, уругвайцы бросились дружно, несколько человек, к арбитру, призывая его каким-то образом наказать аргентинского футболиста за грубый фол. И Бисера судью толкнул, не глядя. Первая карточка, вторая. Совершенно не интересовала это Сельмана. Сначала он показал желтую Бисере, и потом, сверившись уже со своими
записями выяснил, что у этого защитника предупреждение второе, стало быть, должен он покинуть поле. Ну, если я правильно помню, это четвертое удаление на турнире и второе в составе сборной Уругвая. В самом первом матче был удален Рамон Моралес, нападающий. Ричард Моралес, прошу прощения. Против Мексики уругвайцы заканчивали игру в десятером. Правда, любопытно, что как раз в десятером сумели уйти от поражения, сравнять счет на последних минутах. Ну, сейчас, я думаю, будет замена, потому что все-таки удален защитник, а кого-то из игроков обороны. Должен выпустить. Хорхе Фассатти. Так, посмотрите, выбор-то у него невелик. Гильермо Родригес из Данубио, вот единственный защитник, который присутствует в списке запасных. Все остальные игроки средней линии атаки, ну и вратарь, естественно, второй. С этим ударом Лучо Гонсалес исправляется, Барбат. Ну, в принципе, удар не опасный. Клименте Родригес сыграл с Луисом Гонсалесом. Но вот здесь уругвайцы мяч перехватили. Двое против одного. Очень опасный. И поторопился, конечно же, поторопился с передачей Диего Перес. Но атака продолжалась. И дальний удар поворотом Абондансьери достигает цели. 2-2. Висенте Санчес. По-моему, это его первый гол за сборную. Даже не на этом турнире, а вообще. Совсем недавно появился Висенте Санчес здесь. Ну, прекрасный удар. Не успел его накрыть полузащитник аргентинской команды. И даже, я думаю, в какой-то мере помешал голкиперу увидеть сам момент удара. По движению стопы бьющего определить, куда же мяч полетит. В результате Абондансьери среагировал с опозданием и не дотянулся до мяча. Ну вот очень любопытная ситуация, да? И в матче с Мексикой Уругвай в меньшинстве отыгрался, и в матче с Аргентиной тоже. Но, правда, там это произошло на 87-й минуте, и уже мало что могло успеть измениться. Игра так и закончилась со счетом 2-2. А здесь играть еще целый тайм. Да вот и остаток первого. Арбитр, кстати, недоволен тем, что Андрес Д'Алессандро вот так себя ведет после нарушений правил со стороны соперника. Предупредил, что в следующий раз покажет он желтую карточку за симуляцию. Ну и
Д'Алессандро, как ни в чем не бывало, встал, выполнил сам штрафной. Луис Гонсалес. Передача к линии штрафной. Там прерывает ее уругвайцы. Ну вот, гол-то был забит дальним ударом. Но на самом деле перед этим аргентинцы прозевали очень острую контратаку соперника, когда вдвоем уругвайские футболисты выходили против одного защитника. И сыграть чуть пограмотнее в том эпизоде Диего Перес, гол мог состояться несколькими секундами раньше. А вот и удар. Ведь не скажешь, что неверная позиция, а Бондансьери замер. Ну все у нас было в первом тайме. Много моментов, 4 забитых мяча, удаление было, много борьбы. Ну, к сожалению, и грубости тоже многовато, но я думаю, что иным матч Аргентины-Уругвай не мог быть ни при каких обстоятельствах. И дело здесь отнюдь не в турнирных раскладах. Снова нарушение против Д'Алессандро, и похоже, что теперь ему действительно больно. Да, вот так, прямо в кость. Дарио Родригес играет. Тоже, кстати, желтая здесь карточка напрашивалась. Санчес. Ну, у одного мяч отобрал, у Дельгадо, но он пришел тут же на помощь партнеру Санетти. Д'Алессандро. Луис Гонсалес по штрафную, а вот дальше в центр передачи не прошла. Там Фигероа ждал мяч. Ну, Фигероа играет ровно в той же позиции, которую обычно занимает Хавьер Сальоло. Ну, вот, наконец, и замена. Так, немножечко с опозданием реагирует Хорхе Фассати, но все же выпускает защитника вместо Эстуянофа. Выходит под 14 номером Гильермо Даниэль Родригес. 20-летний защитник из клуба Данубио. Дельгадо пытался вперед сделать передачу партнеру, не получилось. И Диого уже продвигается вдоль боковой линии. Его не отпускает. Маскерано выбивает мяч за боковую линию. Кстати, там и рукой за футболку придерживал, так что мог бы и штрафной назначить Сельман. Соса. Это не удар был. Делал передачу в штрафную. Еще дальше мяч направо переводил, но не точно сыграл. Д'Алессандро. Маскерано рядом с ним. Кили Гонсалес. Против него Диогу не пускает. Кили Гонсалеса вперед, и тот вынужден правила нарушить уже после потери мяча. Ну, Диого Грех жаловаться на жесткую игру соперника. Он, в общем, первым начал, что называется, вот, в этой дуэли. Фланги между Кристианом Гонсалесом и Карлос Диого первым
нарушил правила Диого, причем очень грубо. 3 минуты добавляет арбитр ко времени первого тайма. Действительно, были остановки, оказывали помощь футболистам. Есть у него основания увеличить продолжительность первой половины матча до 48 минут. Я напомню, что счет 2-2 открыл список забитых голов Фабиано Стоянов на 8-й минуте. Затем с пенальти Кили Гонсалес восстановил равновесие. Тут же Фигероа вывел аргентинскую сборную вперед. И вот несколько минут назад Висенте Санчес вновь сделал счет ничейным. 2-2. Маскерано и Луис Гонсалес ведут борьбу в центре. Мяч выиграли, а вот Фигероа не смог за него зацепиться. Теперь Хавьер Санетти. Снова Луис Гонсалес, Маскерано. Это Д'Алессандро. В ноги ему падал Хавьер Дельгадо. С лета не стал бить Клементе Родригес. Опустил мяч на землю. Была у него все-таки возможность для удара. За эти 1.5-2 секунды, что обрабатывал он мяч, не успели его накрыть, уругвайские защитники, но пробил выше ворот Родригес. А это Кили Гонсалес ушел от одного соперника. Очень хорошая передача по диагонали к линии штрафной и попытка обводящим ударом в дальний угол поразить цель. Вроде все правильно, но чуть не точно. Луис Гонсалес промахнулся. Ну что ж, истекло и компенсированное время. 2-2 после первого тайма. Я думаю, сейчас мы увидим статистику первой половины матча. А вот Хорхе Фассатти решил такой небольшой перекур устроить себе, прежде чем идти в раздевалку обсуждать с подопечными итоги первого тайма и планы на второй. Ну вот мы видим минуты, на которых были забиты мячи. 7-я, 19-я, 20-я и 38-я. Обе команды уже успели полидировать немножко в этом матче. Ну, преимущество вот по большинству статистических показателей у аргентинцев. 4-2 удара в створ ворот, 5-0 удара мимо, угловые 4-1. Все это в пользу Аргентины. Ну, вот примечательно, что Уругвай 2 точных удара нанес по воротам соперника, и оба достигли цели. Фолы 12-7 уругвайцы фолили чаще, 2 желтые карточки получили и 1 красную. Джо Бисера удален с поля. Вот таковы итоги первой половины матча, а пока 15 минут перерыв.
Второй тайм матча сборных Аргентины и Уругвая начинается при счете 2-2. Начинается с небольшим опозданием. Ждали здесь аргентинскую сборную. Уругвайцы давно уже на поле появились. Ну и похоже, что замена то ли уже произошла, то ли вот-вот произойдет в составе аргентинской команды. Там Мариано Гонсалес под 17-м номером, полузащитник из клуба Палермо итальянского, готовился вступить в игру. Да, вот вышел он вместо защитника Клемента Родригеса. Ну и, стало быть, будут какие-то перестановки в составе аргентинской команды. Пока же она зарабатывает угловой удар. Пятый угловой у ворот Луиса Барбата в сегодняшнем поединке. Уругвайцы подавали лишь один. Ну и острая ситуация, но Форлан подхватил мяч, пытался увести его подальше от своей штрафной, наткнулся как раз на вышедшего на замену Мариано Гонсалеса и заработал штрафной удар. Я напомню составы, в которых команды играют. Сборная Уругвая в десятером действует после удаления Джо Бессеры, получившего два предупреждения. Луис Барбат в воротах. Три защитника. Это Дарио Родригес, капитан он сегодня под третьим номером. Алехандро Лаго, шестой номер. И вышедший на замену Гильермо Родригес, номер 14. Гильермо Родригес заменил Фабьяна Эстаянофа, открывшего счет в сегодняшнем поединке. Полузащитников осталось четверо. Это Марсело Соса, пятый номер. Диего Перес, 15-й. Хавьер Дельгадо, 16-й. И Карлос Диого, номер 17. И два форварда. Это Диего Форлан, 21-й. И Висенте Санчес, 22-й номер. Висенте Санчес, который, в общем, понравился по первым матчам, в которых он выходил на замену. Как выясняется, вот еще и игрок достаточно разноплановый, может на разных позициях играть. Висенте Санчес сегодня тоже забил. У Аргентины, напомню, отличились Кили Гонсалес. Он реализовал 11-метровый и центр-форвард. Лусиано Фигероа забил гол с игры. Состав сборной Аргентины. Я вот смотрю, кто же занял место Клемента Родригеса. Пока похоже, что все вроде осталось по-прежнему. То есть, возможно, кто-то из центральных защитников просто будет смещаться в ту зону. Ну вот переместился Сезар Дельгадо на левый фланг. Давайте будем наблюдать, это в данном конкретном эпизоде или как будет и дальше. Во всяком случае, номинальных защитников, как было центральных, да, Санетти и Клементо Родригес по краям. Санетти вот остался справа, он восьмой номер. В центре Роберто Айяло, капитан команды второй. Габриэль Хайнце, номер 6. Опорный хав — это Хавьер Маскерано, пятый номер. Перед ним располагались Андрес Д'Алессандро, 10-й, и Луис Гонсалес, 16-й. И передняя линия выглядела следующим образом. Сезар Дельгадо, 19-й номер справа. Кили Гонсалес, 18-й слева. И в центре Лусиано Фигероа, номер 9. Ну вот теперь Дельгадо ушел туда налево в помощь Кили Гонсалесу. Мариано Гонсалес, номер 17, занял место на правом фланге. Ну и вратаря аргентинского я не назвал. Это Роберто Абондансиера.
Марсело Бьельса, тренер аргентинской сборной. Хорхе Фоссатти, тренер сборной Уругвая. Судит матч чилиец Рубен Сельма. И можно, наверное, уже так немножко прикинуть расклады на четвертьфинал. Но давайте еще вот за этим угловым у ворот уругвайцев. Д'Алессандро его выполняет. И опасная такая даже не удар, срезка в дальний угол. Это Фигероа. Выпрыгнул своевременно и в том месте, в каком нужно, но, по-моему, он не попал толком головой по мячу, а так получился не то шеей, не то плечом удар, и мяч полетел не совсем туда, куда хотел нападающий. Так вот, команда, которая первое место займет в группе Б, вот в той самой группе, где играют сборные Аргентины и Уругвая, она в четвертьфинале, вот здесь же, кстати, в Пьюре, встретится со второй командой из группы С. На данный момент это Парагвай, но, скорее всего, Парагвай будет, хотя и Бразилия там может второе место занять, и также сборная Чили при определенном раскладе. Команда, занявшая второе место в группе Б, сыграет с перуанцами в четвертьфинале в Чиклайо. Ну, а третья имеет шанс выйти либо на Колумбию, либо на победителя группы С. Это, скорее всего, будет Бразилия. Первой Аргентина стать не может. В то же время Мексика не может стать третьей. А вот у Уругвая здесь масса вариантов. И пока вполне реальные все три, в зависимости от того, Уругвай выиграет, сыграет в ничью или проиграет, как раз команда и будет либо на первом месте, либо на втором, либо на третьем. Кристиан Гонсалес после столкновения очень жесткого с Карлосом Диого, который получил, кстати, желтую карточку в том эпизоде, вот играет с заклеенным носом. Хавьер Дельгадо головой пробрасывает мяч вперед, но не успевает туда Форлан. И, ну вот, шестой номер Габриэль Хайнц, центральный защитник аргентинской команды, мы видели сейчас, действовал на левом фланге. Штрафной очередной аргентинцы зарабатывают. Много фолов сегодня у уругвайской команды. Ну, а сейчас Д'Алессандро штрафной выполнит. Вернулся к нему мяч. Еще одна передача штрафной. И опять справляется защитник. Дарио Родригес разрядил ситуацию в штрафной. Минут за 7-8 до конца первого тайма Бесера покинул поле. Тут же буквально, кстати, Уругвай забил, сравняв счет. Ну и вот теперь целый тайм еще играть подопечным Хорхе Фоссатти в меньшинстве, если, конечно, не будет новых удалений. А это тоже исключать нельзя. Санетти с мячом. Thank you.
понятно, что уругвайцы стараются там максимально плотно играть. В обороне, вот как раз против такой массированной защиты у аргентинцев игра не очень-то и получается. После встречи с мексиканцами Хавьер Савьола говорил о том, что забив гол, мексиканцы фактически играли в 6 защитников. И поэтому очень тяжело было создавать моменты. Моментов действительно у аргентинцев для взятия ворот в том матче было совсем немного. Ну и забить так и не удалось. Сезар Делгадо делал передачу в штрафную. Не прошла она. Снова угловой, снова у мяча Андрес Д'Алессандро. Диого боролся с Делгадо и не позволил тому пробить. Делгадо, Сезару Делгадо очень доверяет Бьельса, и в отборочных матчах чемпионата мира он постоянно появлялся в составе, и здесь играет на Кубке Америки уже 3-й матч. Но между тем игру показывает далеко не выдающуюся. Верен все же своему курсу. Футболисты из юниорской, из олимпийской сборных появляются в составе. И сейчас уже можно даже говорить о том, что составляют они основу национальной команды. Но давайте посчитаем из тех, кто сейчас на поле. Луис Гонсалес, Маскерано, Сезар Делгадо, Д'Алессандро, собственно говоря, по возрасту еще проходит в олимпийскую сборную. Фигероа, вышедший на замену Мариано Гонсалес. Это вот все игроки не старше 23 лет. Мы сюда добавим и Карлоса Тевеса, которого, возможно, мы увидим еще сегодня. Во всяком случае, в первых двух матчах аргентинской сборной он выходил на поле во втором тайме. Луис Барбат, первый вратарь сборной Уругвая на этом турнире в отсутствии Карини. В отсутствии Густаво Мунуа. Это Роберто Айало, играет направо, тут Санетти. Немножко заигрался Санетти, едва Санчес не увел у него мяч. Снова Айало. Пятнадцатая минута второго тайма. Ну и вот Луис Гонсалес, что сделает в этой ситуации. Диого. На очень хорошей скорости шел вперед. Шел с мячом, а два игрока аргентинской команды так его сопровождали, а вот догнать никак не могли. И только перед штрафной уже Диого остановили.
ложись! А я поставил! Vamos para a quinta, vamos, Tiago, vamos! De Alessandro. Aqui no passo! Luiz Gonçalves. Направо на Мариано Гонсалеса. Здесь надежен Барбат. В одном, пожалуй, эпизоде он ошибся, когда он не помешал Фигероа второй гол забивать. Дельгадо делал снова передачу верхом. С левого фланга. Надо убрать второй мяч с поля. Орлана сейчас держит Габриэль Хайнца. Вот на данный момент эти игроки одноклубники, но у них совершенно разная ситуация. Форлан собирается уходить из Манчестер Юнайтед, а Хайнца только-только подписал контракт с манчестерским клубом. Как-то немножечко успокоилась игра. Ну, не верит уже арбитр Андреас Д'Алессандро. Слишком тот артистично падает после столкновения с соперниками. Возможно, там и было нарушение правил, но Сэлман показал, можно играть дальше. Вот это уже опасно. Фигероа бил после навеса Д'Алессандро, бил головой, чуть вышел из ворот Барбат и сам себе тем самым усложнил задачу. Мяч едва через него не перелетел, но все-таки дотянулся и перевел на угловой. Но опять после стандартного положения ничего не вышло у аргентинцев. А мы смотрим пока повтор предыдущего эпизода. А как голкипер Уругвай слепарирует удар Фигероа. Еще одна желтая карточка будет теперь аргентинскому футболисту Маскерано. Выражает крайнюю степень изумления этим решением арбитра. Ну и, в общем, я здесь согласен с аргентинским полузащитником. Было вполне игровое столкновение, никакой грубости там не было. И даже не уверен, что вообще Маскерано нарушал правила.
20 минут позади в втором тайме. По-прежнему 2-2. Счет первой половины матча на табло. Счет, который вполне возможно выведет в четвертьфинале Аргентину на сборную Бразилии. Аргентинцы останутся тогда в группе третьими, причем, ну, если сегодняшняя встреча в ничью закончится, причем совершенно очевидно, что они будут лучшей из тех команд, которые займут третьи места, лучшие по дополнительным показателям. А лучшие из третьих играют как раз с победителем группы С в четвертьфинале. Другое дело, что у бразильцев тогда останется возможность завтра проиграть Парагваю. Ну, а, соответственно, если Уругвай уступит в этом поединке, то тогда встреча с бразильцами светит уже уругвайской сборной. Ну, удивительно, Аргентине лучше проиграть, чем сыграть в ничью, вот, в плане того, чтобы избежать уже в ближайшем матче свидания с бразильцами. Тогда есть шанс, что и команда, которая третье место займет в группе С, будет иметь показатели лучше, чем Аргентина. Впрочем, еще достаточно времени до конца тайма, чтобы изменить результат. И у той, и у другой команды есть такая возможность. Уругвайцы атакуют небольшими силами, но вот мы помним ту атаку, которая привела ко второму голу в ворота Абундансиеру. Интересно, вот засчитают это статистики как удар в створ ворот. Фигероа все-таки добрался до мяча, но пропихнуть его в ближний угол мимо голкипера там было практически невозможно. Чуть не точная передача Санчеса на Форлана, а тот мог остаться один на один против Габриэля Хайнца. А теперь уже сам Хайнца с мячом переходит на чужую половину поля. Неплохая по замыслу, диагональная была передача на Мариано Гонсалеса. До того мяч не дошел. А теперь Луис Барба. Вот вдвоем там Санчес и Форлан. И сколько, 4 или 5 игроков аргентинской сборной успевают вернуться. И тем не менее, каждый раз что-то интересное нападающие Селесты придумывают. Хороший удар, плотный, на средней высоте. Луис Гонсалес не носил. Но внимателен голкипер. Снова аргентинцы завладели мячом. Ну,
сей раз не удалось Санчесу уйти от Маскерано. Не могу сказать, что выход Мариано Гонсалеса усилил игру аргентинской команды. Хотя видно, как старается. Ну вот как раз у него тут раз за разом возникает дуэль с Гильермо Родригесом, который тоже сегодня на замену вышел, напомню. И в большинстве случаев заканчивается набор из уругвайского футболиста. Устал, похоже, Висенте Санчес. Он покидает поле. И вместо него 11 номер. Это Кристиан Родригес. Судя по всему, его травма не столь серьезная. Играть может. Д'Алессандро решился на удар издали, наверное, напрасно. В результате мяч потеряли аргентинцы. Кристиану Родригесу помощь нужна. И вот здесь оказался вовремя Хавьер Дельгадо, его в спину подтолкнули. Ну, даже не то, что подтолкнули, Фигеро уже не мог остановиться. А Дельгадо очень хорошо мяч корпусом укрыл. Это Дарио Родригес. Три игрока с фамилией Родригес сейчас на поле в составе уругвайской команды и трое Гонсалесов у Аргентины. Восемь минут прошло во втором тайме, по-прежнему 2-2. И вот, в общем, в таком же ключе проходил матч аргентинцев против мексиканской сборной. Территориальное преимущество Аргентины было просто подавляющим. Не так много. Роберто Аяло желтую карточку получает. Спасибо, что не красную. Смотрите, всего два игрока уругвайской команды. Перес и Форлан. Форлан делает передачу пяткой. Перес пробрасывает мяч мимо Аялы и прямая дорога к воротам. Ну там на перерез, правда, еще Пересу и Хайнц двигался, и Санетти со своего фланга. Так что, наверное, нельзя это считать полом последней надежды. Но желтую свою Аяло получил. Ну что, будет удар. Да, в стенку мяч попадает. И повторный удар. А там Форлан чуть-чуть не успевает изменить направление полета мяча, могло быть очень опасно. Сезар Дельгадо. Это Мариано Гонсалес. Thank you.
общем, правильно уругвайцы делают, перехватив мяч, тут же следует передача в центральную зону, где и Форлан дежурит, и был Санчес, теперь либо Перес, либо Кристиан Родригес. Если не получается атака сходу, то вообще трудно рассчитывать на то, что что-то получится впереди. Все-таки играешь в меньшинстве, трудно создать численное преимущество на каких-то участках поля. Ну вот и Карлос Тевес наконец-то, хотя мне кажется, что поздновато решается на эту замену Бьельса. Это если исходить из того, как сегодня вообще складываются события. Но в принципе, я уже говорил, что очень доверяет Сесаре Дельгадо Бьельса. Хотя, на мой взгляд, Тевес просто на голову выше. Игрок, который стал уже лидером в своем клубе. И в каком клубе? Бока Хуниорс. Одна из лучших клубных команд мира. То есть формально вообще лучшая на данный момент. Обладатель межконтинентального кубка. Луис Гонсалес пробил, снова мяч пошел выше. Еще и, похоже, травму получил. Ну, там никто не виноват. Хавьер Дельгадо пытался накрыть этот удар, чуть-чуть не успел. Гонсалес пробил, нога его пошла дальше и встретилась с ногой соперника. Так что вот на носилках приходится покидать поле, а там, я смотрю, врач аргентинской сборной показывает, что замена нужна Луису Гонсалесу. Еще одного игрока есть возможность Бьельса поменять. Так же, как, впрочем, и у Фасад. Четвертая минута второго тайма. 2-2. Вот и Хавьер Савио. 1 из лучших бомбардиров, кстати, нынешнего турнира. 2 хет-трика было уже на этом Кубке Америки. Один сделал бразилец Адриано и другой Савьола. Савьола в матче с Эквадором. Ну, вернее, если хронологию соблюдать, как раз Савьола был первым. Вот, посмотрите, Тевес вышел, и сразу такая атака прошла у аргентинцев. Но, правда, сам же Тевес и чуть промедлил штрафной. Чуть промедлил с решением. Задержал мяч у себя и в конечном итоге мяч этот был потерян. Вместо Луиса Гонсалеса Савьола, 7 номер. Чуть больше 10 минут у него для того, чтобы как-то проявить себя в этом матче. Кристиан Родригес с мячом. Нет нарушения. Мариано Гонсалес. Ну и опять ничего толком не сделал. Ну, вот один из эквадорских болельщиков был на ваших экранах. Им уже придется, видимо, вместе с командой отправляться домой. У
угловой будет, больше десятку уже аргентинцы подали в сегодняшнем матче. Называется переход количества в качество. Вроде бы рядом с вратарем мяч летел в створ, но настолько силен был удар по встречному мячу, что не успел Барбат среагировать. По-моему, Маскерано это был. Нет, Роберто Айала. Ну, Айала прекрасно головой играет, это мы знаем. За годы выступлений в Европе, в Милане, в Валенсии он забивал головой. Вот именно в таком стиле. На нынешнем Кубке Америки это его первый гол. Ну и что, теперь сборная Уругвая должна отыгрываться. Должна забивать. Уругвай, напомню, уже больше тайма играет в десятером. Тяжело достаточно, силы должны оставаться меньше у рублящих футболистов. Уж за кем отзывал, и особенно внимательно в этой ситуации нужно было следить. Вот аргентинцы уже могут себе позволить подолгу контролировать мяч на своей половине поля, здесь в центральной зоне. Здесь соперники и дальше тратят силы на то, чтобы этот самый мяч отобрать. Едва, кстати, не отобрали. Неточный пас. Маскерано. Санетти. Снова Маскерано. Перевод налево. Это Диего Форлан. Ариано! Удар с дальней дистанции, может, и правильно. Карлос Буэно у кромки поля последний, кто сегодня выйдет на замену. Буэно забивал и в матче с Эквадором, и в матче с мексиканцами. Кстати, в предыдущих двух играх уругвайской сборной лучшими игроками матча называли защитников.
это были Монтеро. Ну, Соса полузащитник, но игрок оборонительного плана. Так вот, Соса был назван лучшим в поединке с Эквадором. Ну, а если говорить вот о самых ценных игроках, то у аргентинца Сальёва удостоился этого титула в первом поединке, ну, а в матче с мексиканцами там был отмечен игрок из сборной соперника. Ну, вот вместо Соса выходит как раз Буэно. Вот опять же, я говорил, что аргентинцам, в принципе, во избежание встречи с Бразилией в четвертьфинале, лучше проиграть, чем сыграть в ничью. Ну, выиграть вообще идеальный, конечно, вариант. Вот аргентинцы вперед вышли. Теперь что получается у Уругвая? Как раз если проиграть, то лучше проиграть не в один мяч, а в два или в три. С тем, чтобы был шанс стать не лучшей командой из тех, кто третье место займет, а второй из них. То есть либо надо сравнивать результат. Либо. Не думаю все-таки, что эти соображения как-то повлияют на действия уругвайской команды на последних минутах. Вот, кстати, неплохая была передача, но опять там Форлан один, и единственное, что он мог сделать, это попытаться пробить из этого положения. Он и пробил в ближний угол, но с линии штрафной забить головой такому вратарю, как Абундансьери, все-таки тяжеловато. Положили на газон Сальёлу и штрафной Тевес и Д'Алессандро мяча. Мариано Гонсалес смещается в центр. И нарушение. Сыграл в стенку с Сальёлы. Ответную передачу не получил, потому что наткнулся на уругвайского футболиста. Плечо ему здесь подставил Дарио Родригес. Может быть штрафной. Д'Алессандро закручивал мяч над стенкой в ближний угол. Мне показалось, что мяч коснулся кого-то из уругвайских футболистов, но арбитр этого не увидел. Удар от ворот, и пойдет уже на самом деле сейчас последняя минута, но это без учета компенсированного времени. Минуту три добавит наверняка Рован Сельман. Тевес. Такую передачу последнюю Тевес сделал. Не стал бить с острого угла, а еще откатил мяч назад партнеру, который находился уже прямо перед пустыми воротами. Фигероа забивает свой второй гол в сегодняшнем поединке. Счет становится 4-2. И, видимо, уже вопрос о победителе в сегодняшнем матче решен. Просто не успеет Уругвай два мяча забить. Ну, вся комбинация была хорошей. Мы в повторе видели только завершающую часть. И
так еще что ли. Отшлифовал, отлакировал уже нарисованную картинку Карлос Тевес. Я уверен, что и сам бы он попал этого угла. Почти все ворота были открытыми. Но я решил, что нужно забить еще с некоторой долей изящества. Фигеро делает дубль. Таким образом, Аргентина выигрывает 4-2. По-моему, 4 минуты добавляет арбитр. Ну и стало быть, Мексика занимает первое место в группе уже в любом случае. И будет играть в четвертьфинале со второй командой из группы С. Аргентина на втором месте. Ее соперник в четвертьфинале — хозяева чемпионата перуанцы. Этот матч состоится в Чиклайо. Вот, собственно, первая пара, которая уже со стопроцентной точностью определяется. Ну а что касается Уругвая, то он занимает третье место с 4 очками и разностью забитых и пропущенных мячей минус 1. Теперь остается ждать, каковы будут показатели у третьей команды в группе С. Если лучше, тогда Уругвай выходит на Колумбию. Если хуже, то на Бразилию. Кстати, скорее всего, хуже. Ну, а аргентинцы тем временем продолжают атаковать уже, в общем. Результат они обеспечили, можно сказать. Можно немножечко в свое удовольствие поиграть. Хотя вот сил-то и у аргентинцев, я думаю, не так много. Остается, да, и финальный свисток застает их не в атаке, а в центральной зоне. 4-2. Аргентинская сборная выигрывает у Уругвая. Достаточно интересным был турнир в группе Б на этом Кубке Америки. Ну и мне остается напомнить, во-первых, кто забивал голы в сегодняшнем поединке и итоговое турнирное положение команд здесь. Итак, открыл счет Эстоянов на 8-й минуте. Затем 2 гола подряд аргентинцы забили. Пенальти реализовал Кили Гонсалес, и тут же Фигероа вывел аргентинскую команду вперед. В конце первого тайма Висенте Санчес вновь восстановил равновесие. К этому моменту уже играли уругвайцы в меньшинстве после удаления Джо Бисеры, удаление за вторую желтую карточку. Ну и вот во втором тайме много Аргентина атаковала и только в концовке добилась результата. Сначала Роберто Айала после углового провел третий мяч в ворота Барбата. И затем Фигероа, который, как вы видели, был признан лучшим игроком сегодняшнего поединка, оформил свой дубль. 4-2 в пользу Аргентины. И в группе Б итоговое турнирное положение таково. У Мексики 7 очков, у Аргентины 6, у Уругвая 4. Все эти команды проходят в четвертьфинал. Замыкает турнирную таблицу Эквадор, не набравший ни одного очка. Он завершил свои выступления на Кубке Америки. Завтра последний игровой день в группе С. Бразилия играет с Парагваем, Чили с Коста-Рикой. И в ожидании этих матчей я с вами прощаюсь. Для вас работал Михаил Мельников. До свидания, до встреч на НТВ+.